Приветствую вас на канале разборов анонсов телепередач, который имеет очень оригинальное название «Телеклуб Оксаны Гетьман». Сейчас я вам расскажу, что нас ждет в следующей серии проекта «От пацанки до панянки» на новом канале. А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего. За кого вы болеете? А в следующей серии нас ждет преображение. А это всегда тяжело. Меняться всегда тяжело. Тем более для девушек менять внешность. И если девушке что-то не понравится, она, конечно же, устроит скандал, как и наши пацанки. Но серия начнется не с травматичного преображения, а с преображения одежды. У них появится свой дизайнер и стилист. И дадут девочкам задание выбрать одежду, которая им нравится, женственную. И они такие выйдут, такое понавыбирают. Но это еще не самое страшное. Потом им начнут менять непосредственно внешне. Ким выдернут усики. Юлия тоже будет бороться с этим изъяном. Но другим методом. Ей будут выдалять воском. Она здесь будет похожа на Гитлера. Всех девочек покрасят. Но не перекрасят. А некоторым просто обновят цвет. Чтобы он был более молодежный, что ли. Оттенок поменяют. Елена Питин пострадает больше всего от стрижки, потому что ей обрежут больше, нежели она захочет. И это будет для нее трагедия. Ну, оно и понятно. Девушки любят свои... А вот с Бакулиной поступят очень несправедливо. Всем девочкам сделают маникюр, а ей нет. И, конечно же, она сделает на это огромную истерику. Ну, она живой человек, ее можно понять, это обидно. А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего, за кого вы болеете. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!